Приветствую вас, друзья, на канале компании TR-PROM. Меня зовут Алексей, и сегодня я вам расскажу про одну из самых популярных моделей трубогибочных станков Kanzamakina CM32 Screen. Данная модель является универсальным оборудованием для гибки труб из различных материалов, круглого, квадратного, овального и прямоугольного сечения и подходит как для небольших мастерских, так и для предприятий с большим объемом производств. Чаще всего CM32 используется для изготовления металлических каркасов, офисной, школьной и медицинской мебели, а также для ортопедических оснований. Максимальный диаметр трубы, обрабатываемый на данной модели, 32 мм. Но модельный ряд Kanzamakina имеет абсолютно аналогичные станки с возможностью гибки до 42, 51 и 76 мм. Сам гиб происходит за счет электрического двигателя и надежного редуктора. Зажим заготовки производится вручную за счет рычага на гибочной голове станка. Дор находится в одном положении и устанавливается в зависимости от радиуса гиба, диаметра трубы и толщины стенки. Комплект оснастки состоит из гибочного штампа, поддерживающего устройство дорна и опорных роликов, которые также устанавливаются в зависимости от диаметра трубы. Дополнительно на станину можно установить выглаживающий язычок для гибки на минимальные радиусы. Станки Kanza серии CM уже в базовой комплектации имеют удобные упоры для быстрого и точного продольного перемещения заготовки и поворотов пространства. Стоит отметить, что данная модель имеет высокую точность гибки благодаря энкодеру. В отличие от старшей версии CMH, данная модель не имеет гидравлического контура. Стойка управления станка имеет сенсорный экран, где в простом и понятном русскоязычном интерфейсе прописывается последовательно углы гиба. Максимальное количество углов в одной программе – 12. Максимальное количество программ – 100. Для данных моделей предусмотрена такая опция, как установка каретки с датчиками для перемещения и вращения трубы в пространстве вместо данных упоров. При своей невысокой стоимости CM32 имеет множество преимуществ. В случае приобретения данного станка, эта модель может стать надежным партнером для вашего бизнеса на долгие годы. Осуществление сервисного обслуживания и официальным представителем Kanzamakina в России является компания TR-PROM. Для получения коммерческого предложения на данную модель обращайтесь в отдел продаж. И не забудьте подписаться на наш канал на YouTube.